Всем привет, это Радиус. Мы продолжаем наше приключение во вселенной X-Возрождения. Мы снова в пиратском секторе, и здесь снова появился Араун. Сейчас мы попробуем его захватить, но захватить уже с помощью наших эсминцев. Что мы сделаем, захватим или уничтожим его просто, это мы посмотрим. Так, я прилетел в сектор, в этот пиратский сектор. В секторе рядом у нас Баллар, на котором я, собственно, прилетел. Наша команда находится в другом секторе. Вот они все собрались в зоне теории Альберта. Здесь наш вспомогательный корабль и два Арауна, которые объединены в звено. Сейчас мы новый приказ отдадим. Сразу, наверное, атаковать объект. Дадим команду. Араун. Так, вот этот Араун уже выпустил дроны. И как знать, не по мне ли они летят. Вообще, честно говоря, он по мне приближается. Он, по-моему, приближается ко мне. Это меня беспокоит. Хотя, чего мне бояться? Сейчас возьмем какие-нибудь серьезные ракетки. Шершни, наверное. Шершни для начала. Да. Он по нам дроны запустил. Интересно, через сколько времени придут наши ребята? Хорошо, сэр. Мы получили неплохую прибыль. Я переведу все излишки на ваш счет, если только вы не распорядитесь ими по-другому. Так. Отлично. Это наш менеджер, наверное, комбината беспилотников опять продал очередную партию. Так, они на меня летят. Ну что ж, давайте, подходите. Все сделано, как вы приказали, сэр. Так, я потихоньку строю батареи Таргона у всех наших вообще, у всех заводов. Оборонительные сооружения строю. Отдал команду. И сейчас наши архитекторы отчитываются о постройке очередной линии оборонительных сооружений. Кроме того, не на запись, я посадил хороших инженеров на все наши корабли, которые находятся в нашей системе. Это не на Титурель 8, который привез дронов, оборудовал дронами наши авианосцы, арауны, эсминцы. Так, в 16 километрах. Может мне полетать от него? В догонялки поиграть пока? Посадил хороших пятизвездочных инженеров, они починили наши арауны до 100%. На Баллара посадил хорошего инженера. Наконец-то посадил более-менее вменяемых капитанов на наши арауны. И заменил офицеров обороны на очень хороших. В общем, поработал я неплохо. И надеюсь, это окупится сторицей сейчас. И у нас появится в конце серии еще один эсминец Араун. Ну, куда ты улетел? Ага, они улетают почему-то. Так, мы посмотрим, как там у нас движется звено, где оно. Да, приближается, но не знаю, как она долго будет приближаться. Жалко, что у нас Арауны разделились. Они очень сильно разделились у нас. Опс, на нас опять летит. Дроны опять летят. Подарки нам присылает этот пиратский Араун. Пусть присылает, в принципе, меня это устраивает. Мы сейчас просто проредим его дроны, его дронов, не вступая с ним в бой. Потом нам просто легче будет уничтожать его. Орудия там разные. В 13 километрах он. В принципе, сильно близко, его просто не нужно подпускать. И как только пойдет война, как только наш Араун вступит в сражение, я сразу включу газ и начну выносить тяжелое орудие с той стороны, где у нас Араун находится. Так, опять подлетели. Вот черти. Ну что ж, добро пожаловать, как говорится. Да что ж он такой? Какой он?
Маневрирует? Я тоже умею маневрировать. Ах, перегрев допустил. Как же так? Допустил перегрев оружия. Это очень плохо. Не нужно так больше делать. Мы его сейчас догоним. Ишь какой. Он решил, что он сможет убежать от меня. Так, где этот араун? Еще один в четырех. Так, кто-то ракетами меня уже. Кто-то ракетами, наверное, дрон. Какой-то дрон. А, да. Дрон громила. Ой, я прям на него лечу. Надо отойти. Эх. Так, наш уже появляется. Ух ты. Один раунд подошел. Курьер, курьер, была перехватчик. Была перехватчик в 14 километрах. Так, ну что ж, понеслась. Так, запишусь быстрым сохранением, наверное. О, блин, опять. Ну, надоел уже с этими дронами. Реально надоел. Ну, а что я хотел? Я снова ввязался в эту авантюру. Долго клялся. Они подманивают меня, подманивают. Они в меня стреляют, постреляют немножко и уходят. Уходят обратно. Какие хитрые. Так, этот дрон громила. Подманивают. Вы посмотрите, какая тактика. Какая тактика. Так, все, стоим на месте. В 7 километрах ближайший к дрон. А этот в 10. Наш раунд подходит, но сейчас он долго будет догонять этот раунд. Так, у нашего какая скорость? Я надеюсь, максимальная. Да, максимальная 60 метров в секунду. Хорошо починен. Опс, опс. Опять гости. В принципе, пусть. Меня устраивает, да, эта ситуация, когда он высылает своих дронов, я их одного за одним уничтожаю. Но он уже близко, в 9 километрах он сейчас начнет стрелять в меня. Самое главное, к станции не приближаться. И отводить надо, отводить дальше от станции. Не дай бог наш раунд на станцию там нарвется как-то. Так, будем отводить потихонечку от станции. Не дай бог наш раунд к станции подойдет. Так, он куда-то развернулся. А почему наш стоит? Команда атаковать врагов. А, сейчас еще раз тогда. Новый приказ. Атаковать объект. Раунд надо атаковать, а не атаковать врагов. Атаковать врагов, атаковать рейдерская группа Раунд. Вот. Странно, команда у него слетела почему-то. Так, этот на нас идет. И правильно, пусть идет на нас, подальше от станции. Еще даже дальше мы можем отойти. А, дроны опять на нас летят. Вот зараза. Вот это чем-то синим стреляет. Была перехватчик МК-1. Так, в скольких километрах? В 11. А вот и второй появился. Второй раунд. Главное, хитро так сделать. Вот они оба, да. А может, обоим дать команду атаковать просто-напросто. У нас есть групповые команды. Чтобы они оба вступили в сражение одновременно. Блин, не дают команду отдать, а вот гады. Не дают, блин, управлять флотом. Вот Араун какой вообще. Когда у него много дронов, это просто, блин, смерть корабль. Ничего не дает сделать. Даже банально управлять флотом на расстоянии. Как же мне оба корабля-то, чтобы они атаковать начали, а? Как же мне сделать?
Они еще далеко. Оба Арауна далеко. Но опять дроны ко мне подходят. И корабль в 9 километрах. Вообще мне нужно вести, наверное, этот корабль поближе к нашим. Иначе это все затянется, но очень долго. Я бы давно уже, наверное... Пусть поближе к нашим идет. Я бы уже давно, наверное, половину турели у него вынес. Пока наши тут арауны маневрируют. 12 километров. Я, пожалуй, вот этот исключу из звена. С, присоединяйтесь к моему отряду. С, покиньте мой отряд. Какой у нас вот этот? С, новый приказ. Атаковать. Атаковать объект. Раунд. Вот так вот. А потом, как приказы можно отдавать? Выделяем оба, всей группе, лететь в, выйти из боя. Вот так вот отдадим приказ. Так, и к нам снова приближаются дроны. Ну что ж. Я надеюсь, это самое сложное у нас будет, вынести вот этих дронов при захвате Арауна. Да куда ж они отходят? Они меня приманивают. Вы посмотрите. Приманивают меня. Но моя задача их уничтожить. Немножко отойдем. Скольки километров? 12. Даже можно подойти немножко. Вот сюда, подальше от станции. Главное, чтобы он не подошел. Опс. Опс. Опс, 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 опс. Следующее звено. Опять ко мне пришло в гости. Так, Е. Так. 12 километров. Можно чуть поближе даже подойти. По-моему, следующее звено ко мне идет. Ребята потихоньку подплывают. Очень неспешно, конечно. Очень неспешно. Я надеюсь, они все не повреждены. По карте сейчас определим все масштабы. Насколько они далеко. Так, этот пусть отходит от станции. Подальше. И, по-моему, ко мне идут гости. Модуль готов, сэр. Да. Ожидаем дальнейших указаний. Ко мне идут гости. Так, еще какой-то гость у меня здесь. Так. Заблудился что-то. О, как он рядом оказался. Не врешь, врешь. Не догонишь. Мне надо к своим его подгонять. Чуть сюда. Я его от станции отвожу. Но на самом деле еще немножко к своим надо его подгонять. Когда атака-то будет? Когда начнется? Долго, долго эти таранисы вообще маневрируют. Тут таранисы. Почему их таранисом называю? Привык, что эсминец это таранис. Это же Араун. Скоро мы сделаем из них авианосцев. Было бы что на них садить, он истребителей нужно. А чтобы можно было истребителей садить в трюм вот этих вот наших Араунов, это вообще будет убер корабли. Закупим кучу истребителей. Все, атака пошла. Атака пошла, пошлите, ребята. Пошлите, сейчас последнее звено вот это сшибаем. Последнее. И идем помогать нашим парням. Все. Пора. Пора. Записываемся. И шершнями просто раскидываем ускоритель частиц. Шершнями просто раскидываем тяжелую артиллерию. Вот, вот, вот тяжелая артиллерия. Так, где еще тяжелая артиллерия у них, у него? Где, чем он стреляет тяжелым? Вот отсюда откуда-то вылетает. Вот, вот тяжелая артиллерия.
Так, вот тяжелая артиллерия. Так, блин, шершнями не получается что-то. Так, все, готово. Вот еще тяжелая артиллерия. Ну! Так. Что-то я не понимаю. Что-то я то делаю или не то. Так, вот здесь где-то он чем-то еще стреляет. Вот. Так, блин. Шершнями-то он не уничтожает сразу тяжелую артиллерию шершнями. Вот эти вот целые, а должны быть не целые. Так, отлично. Нас атакуют, требуется помощь. Нас атакуют, требуется помощь. А что, сами-то справиться не можете, что ли? Так, все, по-моему, из боя надо выводить парней-то. Или нет? Или рано еще? Вот сейчас вот этих вот. Вот эти вот еще. Турели высадим. Че еще крепкого есть у него? Или рано еще выводить из боя его? Так. Посмотрим, рано ли из боя его. Или не рано. Где? Где он? Сейчас я его потеряю, похоже. Блин, он прыг... Мать его налево, он прыгнул. Ладно, подождем его. Остановить текущую задачу. Новый приказ. Лететь в В. Оставаться на месте. Так, остановить текущую задачу. Новый приказ. Лететь в В. Оставаться на месте. Ах, я забыл, что у него прыгдвиг же. Ёшкин кот, а. Я забыл, что надо было... сшибать-то прыжковый двигатель в первую очередь. А куда он, интересно, прыгнул? Может, за ним проследить? Раз он прыгнул, значит, он прыгнул куда-то на маяк. И за ним как-то прыгнуть. Пока уничтожу все эти... Они какие-то неактивные. Ну, правильно, база у них покинула просто зону связи. И дроны уже неактивны. Всех разнесу. Посмотрим, в результате боя у нас что там, дроны-то. Сохранились хоть сколько-то дронов. Ну да, боевые дроны есть. А у этого? Да, тоже есть боевые дроны. Ну, я прям не знаю. Придется его ждать. Ну что ж, сохранимся, будем ждать. Нажму, наверное, на паузу, подождем, он вернется, скорее всего. Так, корабль появился. Корабль появился, сохраняемся. Сохраняемся и пробуем вынести у него двигатели. Чем мы будем выносить? Каким крепкой ракетой, адским охотником попробуем сейчас вынести. Попробуем ракетой адский охотник. Прыгдвиг у него вынести. Блин, сейчас опять мне тут эти жару зададут. Их нет, это уже атака пошла. Блин, я не хочу с ними, блин, как они надоели. Я не хочу с ними бороться, я пошел прыжковый двигатель, короче, выносить. Он где-то здесь сзади. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я просто, извините, я просто, вот он. Первая ракета. Уклоняемся. Вторая ракета. Все, прыжковый двигатель готов. Свободен, парень. Записываемся, сохраняемся. Сохраняемся. Прыжковый двигатель у тебя готов. Сейчас обычные двигатели вынести. Блин, нет, обычные двигатели нет. Надо. Обычные двигатели с другой стороны. Я трачу ускоритель, но ничего страшного. Ничего страшного, я сейчас немножко... Я запутался, где с какой стороны у него двигатели. Двигатели у него с той стороны. Главное мне выделить...
мне выделить эти главные двигатели? Выделить, иначе мои ракеты не полетят. Блин, по двигателям надо ракеты без наведения включить. Это будет метеориты. Но для начала мелочь всякую раскидаем сейчас. Мелочи больно уж много. Он навыпускал опять. Так, мелочи уж много больно он навыпускал. Так, ладно, хорошо, метеоритами. Метеоритами главное навестись. Поближе подлететь и навестись. Но метеоритами придется стоять. Блин! Метеоритами неудобно. Метеоритами нужно наводиться на цель и прямо смотреть на цель. Так, что у нас там с Сарауном, с нашими вообще кораблями? Они у нас воюют? Надо следить. Да, все, пошла атака. Так, сейчас попробуем. Я не знаю, куда мои ракеты летят. Они куда-то в молоко летят. Почему в молоко? Хотя я наводился прям на них. Так, дроны, строители тоже убираем. Так, так не пойдет. Так не пойдет. Блин, мелочи слишком много. Слишком много всякой мелочи. Она просто атакует нас. Придется с ней повоевать сейчас. Прыжковый двигатель вынесен. Это главное. Главное, конечно, чтобы он не починил еще их. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько дронов-строителей. Что-то пришла пора, наверное, дроны-строители все-таки поуничтожать. Потому что это тоже очень важно, чтобы дроны-строители не чинили корабль. Сейчас уйдем, уйдем немножко. Щиты подзарядим. Смотрим за этим, за состоянием корабля. Так, так, маневрируем, маневрируем. Ох, какая вереница. В зоне враждебные силы. Нам пригодилась бы помощь. Так, следим вообще за нашими кораблями. Так, все, 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 выводим наши, наши силы выводим. Все, все, все. А, всей группе лететь в, выйти из боя. Все. Ай-яй-яй-яй, нас мелочь атакует. Нас мелочь атакует. Я даже команду не могу отдать. Или это не мелочь нас атакует даже? Шершни, шершни. О, жесть! Шершни, шершни. Так, сколько у него осталось? У него нифига корпуса-то осталось, блин. Так. Готово, сэр. Наши ребята выйдут из боя сейчас или нет? Блин! Вот так вот, вот так вот, пожалуйста. Вот так вот захватывать. Супер эсминцами. Все, просрали корабль. Как захватывать супер эсминцами, если они просто тупо разносят корабль? Разнесли и быстренько вышли из боя. А можно было в другой последовательности сначала выйти из боя, а потом разносить. Дебилы, блин. Ладно, придется загрузиться. Так, сейчас пауза. Ну, продолжаем, продолжаем тогда. О, как долго я не записывался, как давно. Атаковать рейдерская группа, атаковать рейдерская группа. О, опять все заново. Опять все заново, блин. Вот это жесть. Надо почаще записываться. Сохраняться почаще. А прыжковый двигатель у него снесен, интересно? Ракеты у меня адские охотники стоят. А прыжковый двигатель у него вынесен? Сейчас посмотрим это. Проверим. Да, вынесен, ура! Хорошо, он без прыжкового двигателя. А наши ребята подходят и атакуют. Сейчас снесут щиты. И, пожалуй, можно будет отдавать команду отходить. По крайней мере, хотя бы одному.
хотя бы нашему одному кораблю, чтобы они его, блин, хотя бы не разнесли всего. Ну же, да умришь ты. Так, хорошо. Где они? Где эти дроны? Блин, какие. Какие вертлявые. Ненавижу, когда они так убегают. Так, 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 надо еще одновременно убегать от дронов, еще следить за состоянием. Его сейчас все щиты снесет. Снесет у него. Может быть, орудия наши... орудия наших кораблей. Да блин, мне некогда воевать с этими мелочью, блин. Все, все, одному, который самый побитый у нас, который самый побитый, вот этому отдадим команду. Новый приказ: лететь вы, выйти из боя. Все, этому дали команду выйти из боя. Этот на нас дроны свои засылает, и мне некогда просто приказ. И этому тоже С. Новый приказ: лететь в, выйти из боя. Пусть выходит из боя. Ой, успеют они выйти из боя, прежде чем уничтожить этого товарища, или нет? Где эти дроны? Блин, вон они меня окружили. Мне некогда с ними воевать. Мне надо командовать своим флотом. Давай уходи из боя, помогите, вас атакуют. Они, мне кажется, опять сейчас не выйдут из боя, а уничтожат мне. Выходите, уходите, блин, дебилы. Хватит мне уничтожать корабль. Уходи из боя, мудак. Силы противника, просим поддержки. Уходи. Ну включай ты уже свои ускорители гребаные. Не надо мне разбивать корабль, не надо уничтожать его, мать его, так! Уходи! Он вообще прыгнул. Так, нормально. И как я должен сейчас разносить этот корабль, интересно? Как я его должен разносить, он вообще полностью у меня... подчистую вообще. Сейчас, может, щит немножко у него восстановится. Я ж вообще, у меня он с первого пука умрет. Так, может, мне движки-то сейчас все-таки удастся у него как-то выделить. А, выделять движки надо вот так вот. Вот. Смотрим, смотрим за щитами, за нашими. Так, один движок готов. Выделять движки надо вот так вот. Так. Второй движок. А этот-то почему? Этот-то почему восстановился, движок? Не понял. Я ж его разнес. Уходим, 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 уходим. А, движки кое-какие разнесены. А, записываемся. В общем, за что количество турелей не уменьшено у корабля. А, уменьшен только корпус, то есть нам не придется расшибать корпус. Единственное отличие. При атаке нашими кораблями, эсминцами. А грязная работа по сшибанию турелей вся на нас. Вся на мне. Да блин, догони ты его. И вся работа по... Так, давайте сверху его, что ли, как-то... Ну, хоть как-то, ребята, прорядили вот все-таки мои его или нет? Ни хрена они не прорядили его. Жесть просто. Вот это да. Вот это обстрел. Так, один готов. Так, меня что-то... Да, да, да. Да, ребята, да выделяйся. Надо эти... Другие ракеты, другие. Шершни надо. Шершни надо брать. Так... Так, 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 шершни надо брать. Так, готово, готово. За щитами следим. Так, сильно, сильно нас бьют. Сильно.
Давайте-ка сменим ракеты, отойдем и сменим ракеты. Так, сохранимся, во-первых. Прорядим немножко вот этих вот гавриков, которые ко мне подлетают. Да попадишь ты. Что, кто-то еще есть? А, вон какой-то гаврик. Куда пошел? Ну, он уже новых выпустил. Так, давайте тут займемся. Шершни же я хотел поменять. Ладно. Может, шершни не шершни, но какие-то, может быть, турельки получится еще снести. Вот, допустим, вот эту. Так, получилось снести. А эти получится снести? Так, эти получилось снести. Вот эту получится снести. Ну, выделяйся. Так, эту получилось снести. За щитами смотрим. А щиты у нас довольно-таки неплохо, неплохо держится. Эй, блин, в молоко пустил ракету, в молоко, это плохо. Так, вот эти сейчас все разнесем. За щитами смотрим, смотрим за щитами. Ух, сколько этих. Так, там ракета уже сделает свое дело. Так, у меня голова уже кружится, блин. Так, дронов, дронов уничтожаем. Что тут сверху еще? Вот, вот. Адские охотники у нас. Так, адские охотники работают нормально. Нормально. А турельки бы еще выделить. Выделить, выделились бы они. Ну, турелька, выделяйся. Мать, вот так. Почему она не выделяется, турель? Вот она, выделилась. А тем временем у нас щиты. Щиты как-то надо восстанавливать. Нет, все, слишком много этих дронов. Надо восстанавливать щиты, отойти немножко их. И принять бой с дронами. Слишком их много. Ну, будете вы нападать или нет? Давайте подходите уже. Ох, их две группы. Блин, я не попадаю еще. Ничего себе, их сколько. Накопил я. Вот это я накопил. Вот ничего себе они за меня принялись-то. Перегрев оружия, блин. Вот это плохо. Навыпускал он сколько, а? Вот это вот нифига себе не задача. Нет, это задротство. Нет, ребят. Вариант с эсминцами, с нашими, тоже не подходит для захвата Арауна. Он просто напичкан дронами. И это просто задротство. Так, разбил я. Разбил я всех. Разбивать шершни надо. Шершни сейчас. Сейчас мы вот эти вот турели, во-первых, разобьем. Вот эти на боку, которые у него. На боку. Которые вот вообще просто безбашенные турели. Вот, сейчас шершни. Дадим залп шершней. Отлично, просто отлично. Так, стоп, 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 стоп. Разнеслась? Нет. Нет, не разнеслась. Так, здесь что? Здесь крупные турели. Ну, крупные турели попробуем так разнести. Так, так, по-моему, у нас получается. Так, крупные турели так разносим. Зеленые, зеленые сопли нас вообще просто уделывают, эти зеленые сопли. Так, следим, следим. Нет, здесь бы шершни лучше. Так. Так, 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 так. Маневрируем, маневрируем, маневрируем.
Так, все отлично. Здесь раскидали более-менее. Здесь... Эх, выделил же я. Здесь тоже, наверное, шершень лучше. Ух ты, она еще сшибает наши шершни. Так, не понял. Здесь шершней не хватило, что ли? Здесь не хватило. Так, отлично. Голова кружится, блин. Здесь вышиблено все. Надо генератор вот этот вышибить. Ладно, с генератором потом подождем. Мелкие турели сейчас вот эти вышибем. Так, главное выделить ее. Все, выделили турель. Сейчас она от нас никуда не денется. Главное перегрева не допускать. Все, готово. Сейчас эту выделить. Все, отлично. Генератор. Генератор здесь местный, местный. Так, сейчас с этой стороны надо шершней пустить. Вот турелька. И вот по этой группе в полосатых купальниках. Только бы выделить. Выделить как-то турельку. Выделить. Не могу выделить. Блин. Вот. Вот, шершни пошли. Шершни пошли. Отлично. Так. Выделю, выделил. Так, здесь у нас... О, живы, живы турели-то. Нифига себе, я же шершень пустил, не хватило что ли? Или это не те, не по этим я шершень пустил? Вот, сейчас все хорошо, сейчас все хорошо, по-моему. Нет, вот это еще жива. Генератор. Все, надо отойти, заняться мелочью. Отойдем мелочью, займемся. И сохранимся заодно. Ах ты мелочь пузатая. Как она кроет. Здорово. Как... Ух ты, сколько ж мелочи. Ёшкин кот. Ах ты нагел, нагел, наглец какой. Мелочи просто невидимо-невидимо. Так, где-то он. Видимо-невидимо просто. Нифига себе. Так, я надеюсь, в нашем звене нет кораблей, и никто не бросится нам помогать. Так, кто там нас уделывает? Там еще одна группа. Ничего себе. Вот это да, вот это, блин. Вот он выпустил, нифига себе, мелочи-то. Да сколько ж их? Я уже... У меня пальцы устали маневрировать. Он их начал просто пачками какими-то жуткими выпускать. А, надо проверить прыжковый двигатель. Обязательно сейчас. Ух ты, я еще этот догнать не могу. А, запишемся тогда. Прыжковый двигатель сейчас проверим и движки. По-моему, движки здесь, если я опять не ошибся. Ах, починил, починил, ты посмотри, а. Вот какой гад. Так, я, пожалуй, встану вот так вот и попробую уклоняться и разнести движки. Ага, разнести движки. Как же разнесешь их? У меня села батарейка. Сейчас я ему разнесу этот движок. Блин, а ракета все-таки есть. Один готов. А вот этот движок получится снести? Ой, зеленые сопли, самые противные вот эти. И мне кажется, я лучше пойду прыжковый двигатель посмотрю. Конечно, восстановил. Конечно, восстановил. У меня перегрев оружия и черти что, короче, со щитами. И мне нужно взять нормальный какое-нибудь оружие, какой-нибудь ускоритель частиц. И прорядить все-таки вот этих парней сначала. А вот сейчас заняться прыжковым двигателем. И ракетку какую-нибудь, не шершень, а следопыт.
хотя бы. Стоп, 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 тихо. Крепкий, падла. Все, все, теперь я спокоен, надо уйти. Что он не прыгнет, по крайней мере. Чинит моментально просто. Моментально чинит. Давайте инерционный молот по старинке возьмем. Крепкие дроны какие-то. Или я, может, не попадаю просто в них? Этот какой-то попался с кучей дронов. Так, сохранимся. Наши. Корпус просто на глазах восстанавливает. Толку-то, что наши ребята ему корпус снесли. Так, продолжаем. Продолжаем, как говорится, разговор. Что у него здесь? Что восстановлено, что не восстановлено. Так, стоп, 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 стоп. Вот это что такое? Следопытами? Прикроем следопытами вот эту хрень. Что это у него такое? Блин, следопытами мало ее. Это бы дробилками. И эту в последнюю очередь надо. Так. Так, там какие-то турели вот уже есть, я вижу. Навосстанавливал. Шершни на них. Жалко тратить, а вот следопыты нет. Развыделил. Так. Здесь симметрично, наверное, тоже есть турели. Так. И там что-то светится. Там турелька какая-то светится. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Кто это нас? Так, с той стороны какие-то турели нас сильно уделали. Ой, прям страшно. Ты чего здесь делаешь-то? Эй, парень. Кто тебя здесь ждет? С. Новый приказ. Новый приказ. Лететь в... Выйти из боя. И, конечно же, встречаем. Встречаем парней. Встречаем парней. Много. Много парней. О, жесть. Нет, нет. Не вариант. Может звать нашего эсминца. Так он уничтожит этот Раун. Ну, куда вы улетели-то? Епическая сила. Вы уж атакуйте, так атакуйте. Все, вышел из боя один. Сейчас другой бы не прилетел ко мне. Так, строителей надо уничтожать. Больно, больно их много. Но, господи. Ох, сколько там турелей. Ладно, этот... Верх немножко зачистили, но опять внизу это просто жесть, сколько мне. Это боевые дроны. Это боевые дроны. Внизу сколько мне придется вообще. Нафига мне этот супергенератор? Опять двигатель починил. Вот это жесть. Но... Выбирайся, грёбаный двигатель. Блин. Блин. Я, по-моему, зря следопыты трачу. Где-то надо тут вынести у них генератор у этих двигателей. Может быть, вот этот генератор? А, чем бы прикрыть-то? Адскими охотниками их мало осталось. Я знаю, чем прикрыть, но для этого надо встать. А все, он, похоже, все кокнулся, этот генератор. Похоже, все.
Все, нет, адские охотники надо приберечь. Может быть, дробилки, я не знаю. Нет, шершни, шершни. Шершни и по нижним турелям. Так, сохранимся. Так, сохранимся и строителей немножко проредим. По нижним турелям. Как же нам поработать по нижним турелям-то? Так. Все, у него дроны кончились. Давайте так же тогда, как тогда, протискиваемся. Протискиваемся понемножку. Так, тихо-тихо-тихо, не застрянь. И шершнями, шершнями. Раз! Хренакс, хренакс, еще раз, хренакс. Все, о, все полетело. Все, зачистка прошла. Так, стоп, стоп. Сюда, шершнями, хренакс. Шершнями, хренакс. Так, что там? Дрон-строитель? Стой, дрон-строитель. Что, все здесь? По-моему, все. Вот этот генератор еще добьем. Так. Где-то что-то пролетает. А, вот. Вот. Турельки остались у нас почему-то. Без внимания. Без внимания остались. Так, одна готова. Еще одна готова. Ох. Кто взорвется? Не надо взрывать. Кто? Фу. А, это, наверное, опять отделение его взорвалось. Где наши парни? Никто не подлетел? Нет. Все, давайте. Вау. Нифига себе. Шершни вообще рулят. Это хорошо, что взорвалось. Так, вот, вот сюда еще шершни бы. Так. Ну давай. Расшибайся, расшиблась. А вот еще, вот еще. Вот еще. Да шершни пустим. Че цацкаться-то? Так, стоп, 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 стоп. Тихо, тихо. Главное не застрять. Так, и тот, конечно же, тот вынести. Так, отлично. Сейчас вот по этим соплям, шершнями. Но их выделить надо. Все, выделил, ура! Не застрять, не застрять. Выделил, и чтобы выделение не сбилось, блин. Сопли гасят меня. Ух! Сейчас восстановим щиты. Подойдем и прям шершнем по этим соплям. Прям шершнем. Он всех, что ли, сбил, шершни, гад? Ох ты, нифига себе. Извините, извините, я ухожу. Я ухожу. А, что-то дронов много развелось. Строителей. Одного достаточно. Хватит чинить тут все подряд. Так, что же мне делать с этими? Снова попробуем сейчас выделить вот эти турельки. Вот эти. Ну, выделяйся. Отлично. Шершни. Шершни полетели. Шершни. Ах ты. Ах ты. Ни хрена себе. Залп шершни. И они целые, эти турели. Вот это да. Это просто хрень какая-то. Просто хрень. Да я добью их все равно. Что там их охраняет так вообще сильно? Так, что там их так охраняет? Что защищает? Какие генераторы супермощные там их защищают, там эти турели? Вот это придумали. Вот это нифига себе. Нифига себе, вот это да. Ну, выделяйся. А, ракеты как будто не долетают. Уходим, уходим, уходим. Заряжаемся. Какие мощные все-таки генераторы там. Вот это да, вот тот генератор надо сшибить издалека прям. Там же тоже есть какие-то турельки. Так, охлаждаемся. Все. И тот генератор сейчас издалека сшибим. Потому что по бокам тоже есть турели.
Так, все, последние выстрелы. Что там осталось, что не осталось? Нифига себе! Вот это да! И там какие-то. И вот там по бокам. А по бокам сейчас уже все. Генераторы не защищают эти турели. Мы сейчас раз вниз и стреляем. Все, готово. Так. Заряжаемся раз вниз и стреляем. Отлично. Так, где-то еще, где-то еще. А-а-а! Вот, оказывается, вход-то сюда. Вот вход-то. Ёшкин кот, блин. Вот это да. Стоп. Может мне сюда войти? Ой, блин, нет, там опасно, там столько турелей, там кошмар. Ужас какой. А этот вход закрывается, он, между прочим, закрывается. Вот это да, не, туда, туда не надо. Там выделить бы что-нибудь, какую-нибудь турельку выделить. Но не получится, наверное, выделить. Я просто не смогу выделить, слишком далеко. Вот это да. Нифига себе. Ладно. Просто долбим тогда. Долбим, все раздалбливаем, все, все, что у него лишнего есть. Берем ракеты, метеориты. По-моему, кто-то нас бьет. Где-то есть турель. Где-то есть целая турель, вот она. Вот так вот. Не уничтожил генератор? И пожалуйста вам. Так. Надо гвоздомет взять. Генератор не уничтожил вовремя. И... пожалуйста тебе. Турель уже под защитой. А вот этот генератор уже... хрен снесешь. Он под полем уже. А, супергенераторы. Выносим. Выносим, конечно же. Выносим супергенераторы. Нафиг они нам нужны. Как у него там с корпусом дела? С корпусом хорошо у него дела. По крайней мере, он у нас не грабанется раньше времени. Какой крепкий генератор. Мы метеоритом, наверное. О, где-то зеленые сопли остались. Ничего себе. Ничего себе, какие зеленые сопли-то. А, метеорит не поможет. Так, стоп. Ёпарасоте, блин, ёпарасоте. Не метеориты надо против сопель-то. Некогда менять ракеты просто. Некогда. Следопыты. Ай, нифига себе. Блин, я опять задрочу. Я опять задротством занимаюсь. Там ракетница у него. Ракетницу надо разнести. Вон ракетница. Уходить. Уходим. Так. Где война у нас была? Точно не здесь. Блин, как бы уничтожить те турели-то? У нас сразу будет такое фору. Где что еще можно уничтожить? Которые внутри надо турели уничтожить. Обязательно. Так, у нас один дрон лишний. Может попробуем? Спецоперация. По уничтожению турелей. Опс, 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 опс. Выделить одну и запустить шершни сразу. Записываемся. Так, нам... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нет. Надо вправо-влево, вправо-влево. Стоп, стоп. А, так здесь две всего турелей. Я-то думал. О, да, так даже шершнями. А, нет. Блин, шершни надо выпустить. Блин, блинский. По корпусу бьет.
Блин, надо уходить. Вот это была плохая идея, просто плохая. Пипец плохая идея. Я бы сказал, хреновая. Как так? Они почему такие крепкие? Я не понимаю. Вот этого я вообще не понимаю. Всего две турельки. И чуть не уничтожили. Ни хрена себе. Вот это турели. Тогда, блин. Так как там турель одна, поэтому берем все-таки адский охотник, может, нам поможет. Все. Давайте. Вправо-влево, вправо-влево. Пока вот так вот пройдем. Да блин. Ну, выделяйся. Ничего себе, блин. Блин, блинский. Она вообще никак не повреждается. Блин, все, все, мотаем, мотаем. Направо, налево. Все, мотаем, мотаем, мотаем. Мотаем. Жесть какая-то, это что такое? А у нас выделено, ей главное выделить. У нас турелька выделена, ура. Ура. Сейчас туда какую-нибудь управляемую ракету кинем. Да те же шершни. Блин, ну это просто жесть. Нет, они об корпус обрываются. Блин, вот это жесть. Инерционный молот. Какую бы ракету нам туда запустить? Трайстар может про это сработать по... Фу, по площади и нас зацепить. Ну ладно, еще раз тогда попробовать, что ли. Еще раз попробовать. Вправо-влево, вправо-влево. У нас выделено. Выделена вот эта штука. Одна ракета, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Есть одна, есть одна, одна есть. Уходим. Классно, мне нравится. Нравится-то нравится, но время, время мы теряем, время. Просто, блин, время теряем. Еще два адских охотника осталось. Хватит, нет, интересно, до той турели. Так, 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 так. Уходим, маневрируем, маневрируем вправо, влево. Здесь места-то для маневра нет. Да выделяйся ты, мать его. Все, 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 уходим, уходим. Ухожу, ухожу, ухожу. Ухожу или снесу. Снесу, снесу. О, слава богу. Чуть-чуть осталось. Ух. Вот это гонки с препятствиями, блин. Ладно, мочим по корпусу. Смотрим, что он восстановил, что не восстановил. Так, движки, я надеюсь, у него как там? Ага, еще вот эти сопли у него. Блин, сопли восстановил. Плохо дело. Движок сейчас. Ух ты. Акских охотников нет. Поэтому работаем. Чем мы работаем? Следопытами. Ну что там с двигателем-то? Когда? Отлично. А по соплям чем? Соплю надо выделить. Выделить надо. Все, готово. Ох, ракетная турель у него остановилась. Готово. Так, дрончик главное оставить, а остальное ерунда. А посмотрим сейчас, сколько у него защиты от абордажа. 124. Немножко корпус нам надо. Немножко корпус пожарить. Уф, кажется, этот раунд наш. Если наши болваны сейчас не подлетят сюда. И вообще, если они живы. У меня в трюме как раз для этого случая полная команда. Так что все нормально, все хорошо. Главное, чтобы у нас сейчас наших десантников никакая падла, никакая турель восстановившаяся не убила. Опа, еще генератор. Ну ладно, генератор пусть останется. Ух ты, турелька, турелька. Ты посмотри, что творится. Восстанавливает уже.
Это я заметил. А если где не заметил? Турель. Вот это будет номер. Если я где не замечу. Этот вообще вынесен. Не будем расшибать эти дурацкие, непонятные вот эти вот украшения. Что это такое? Не будем их расшибать. Мы, мне кажется, обойдемся без их расшибания. Корпус уже 89. Взять на абордаж. Уничтожить двигатель материи и антиматерии. Запишемся. С удовольствием. С удовольствием уничтожим. А, с той стороны. Так. Как он его восстановил? Блин, здесь где-то генератор у него. Мощный генератор, блин. Пожалуйста, ребят. Все для вас. Что рванет? Опять вот эта часть, наверное, сейчас рванет у него. А, что-то еще уничтожить. А что уничтожить? Двигатель? Оригинально. Сама эта часть взорвана, а двигатель целый. Это место вполне подойдет. Давайте, давайте, ребята, под турели, только не попадите мне. О, как они линей. Они за мной, что ли, прям? Такой линии вылетели. То есть они не одновременно вылетают, а из моего корабля, даже во время движения. Так, я надеюсь, там нету ничего, никаких турелей не восстановилось. И они не будут стрелять по нашим десантникам. Зловещая тишина такая. Мне она не нравится. Это зловещая тишина. Смотрим. 103. Много. Стартовая площадка дронов уничтожить. Ничего себе. Защита от абордажа какая сильная. 103. Это опять внутренняя какая-то стартовая площадка. Блин, как я ненавижу эти внутренние стартовые площадки. Но мы сейчас прикроем ракетами. Следопытом, наверное. Следопытом у нас получится. Скорее всего. Нет, следопытом у нас не получится. Мы будем метеоритом прикрывать. Есть. Модуль готов, сэр. Ожидаем дальнейших указаний. Есть, есть, они есть, есть. Мы можем двигаться дальше. Сколько защита? 82, нормально. Проектор силового поля опять внутри. А так мы внутри-то вот как можем же. Мы внутри можем просто залететь и там уничтожить, что им надо. Что требуется, собственно. Только главное это сделать быстро и ловко. Я надеюсь, здесь... Так. Где? Я надеюсь, где-то здесь? А, вот он, вот он. Ха. Вот прикол, а как они запрятаны здесь. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Так, что здесь еще осталось внутри? Внутри. А теперь вперед. Изнутри будем пилить корабль. Нормально. Уничтожить проектор силового поля тоже внутри где-то. Нет, теперь уже снаружи. Блин, вот так вот вылетай, влетай, влетай, вылетай. Звездные войны просто какие-то. Так, топим, топим, топим быстрее до этого проектора. Где у него там проектор остался, который я не заметил? Вот он. Не заметил я его. Метеоритик, да? Давай, крепкий он какой-то. Этот проектор. Блин, какой крепкий. Вот почему так движки-то сложно было сбить. Ого, мазафака, вперед! Давайте, парни, мазафака, вперед! 75 защиты от абордажа. Еще один проектор силового поля. Где он находится? Ага, тут же. Тут же. И такой же крепкий, наверное. А нет, этот вообще побитый уже. Вот почему движки так трудно сбить. Здесь очень сильные вообще генераторы щитов около движков. Так, стартовая площадка дронов. Опять внутри?
Опять изнутри, да? Хоть посмотрим, где вообще находится эта стартовая площадка дронов. Сейчас пролетим и посмотрим. Эй. Эй. Где она находится? Ничего себе, 1 километр. Вот она. Ничего себе. Вот она что. Подтверждаю, цель наша. Отлично. Работа. Молодцы, парни. Сейчас сразу же сажу инженера. Записываемся, во-первых. Так, забираем десантника. Так, связь. Возвращайтесь на борт. И сажу инженера вызвать удаленно. Инженер, который из них... вот этот хороший, по-моему. Пятерочный. Поработайте на меня в другом месте. На Арауне. Так, офицер обороны высаживаю. Поработайте на меня в другом месте. Араун. Так, и капитан, связь, Араун. Все, я на борту. Всех посадил. Теперь на каком-то из Араунов у нас куча дронов, дронов-строителей. На этом 20, на втором Арауне. Второй Араун полностью починен, похоже, дрон-строитель. Вот, передадим 40 хотя бы, 40 вот на этот Араун, со второго Арауна. Связь, новый приказ, перевести товары по списку на Араун, выбрать. Так, строителей 40 хотя бы 40. 40, чтоб побыстрее чинил. А, значит, Араун, какой у нас второй? Араун первый, связь, но назначить нового начальника по списку, пусть охраняет наш Араун. Так, Араун, Араун первый, связь. А чем он сейчас занимается, сейчас посмотрим. Сопровождать Араун, да. Ух, три... тяжелых эсминцев у нас в распоряжении. Но этот, правда, нужно еще отремонтировать и вывести из этой дурацкой зоны. Но я думаю, что у нас два остальных супер эсминца защитят его. Ох, вот это была жесть. Все, это точно последний мой захват супер эсминца. Это самый последний. Не работают, никакие методы не работают, чтобы захват был быстрым, безболезненным и эффективным. Любой захват эсминца, даже с помощью или своих кораблей, или только на Скунсе, ведет к жуткому задротству, чрезвычайному вообще изматыванию, просто изматыванию, изматыванию игрока прям до, я не знаю, до зеленых чертиков. Да. Да, все, меня немножко бомбануло, но я успокоился. У нас три супер эсминца, это здорово. Пока. А пока, ребята, всем пока. Продолжим уже наши приключения в следующей серии. С вами был Радиус. Всем счастливо!